Мимох впервые снялся со своим отцом Митхуном Чакраборти в фильме «Эними» и говорит, что это честь танцевать с настоящим танцором диско. «Мой отец – настоящий танцор диско, и это честь для меня танцевать с ним в фильме. Это первый раз, когда я снимаюсь с моим отцом», – сказал Мимох, дебютировавший в 2008 году с фильмом «Джимми». «Мой отец очень сбалансирован. Когда он актер, то он только актер. Когда он продюсер, он только продюсер. И когда он только отец», – добавил юноша. Thank you.